Талантливый ученик Жан-Поля Готье, основавший свой собственный роскошный бренд, возвращается на неделю моды в Милане. Ацуши Накашима – японский дизайнер, творящий для современных, независимых, спортивных и женственных леди, готов представить коллекцию сезона «Весна-лето 2018». И мы не можем пропустить это шоу. Привет, меня зовут Риоджи, я отвечаю за прически для показа Ацуши Накашима. Мы перепробовали множество вариантов и в итоге решили остановиться на этом, с переплетающимися тонкими прядями. С одной стороны, волосы уложены аккуратно, гладко, прическа графичная, а с другой — полная естественность. В общем, образ получился контрастным. Работая над макияжем, над тоном кожи в частности, я использовал средства с разными текстурами. Так что вы увидите и блестящие, и глянцевые текстуры, и матовые. Макияж лаконичный. В основе всего контраст текстур. Такая у нас в этом сезоне задумка. Привет, меня зовут Ацуши Накашима, вы смотрите телеканал World Fashion. Ключевой темой стала застежка молнии. Вы увидите немало нарядов, выдержанных в классическом стиле, но при этом дополненных множеством застежек. В общем, застежки — главная деталь новой коллекции. Крой необычный. Наряды можно деконструировать, отрезать от жакета или юбки фрагмент и потом интегрировать его в другой образ. Вот главная отличительная черта коллекции. Образы очень реалистичные, все как в жизни, и это важно. Например, тренчи и джинсы мы шьем из состаренных тканей, чтобы они выглядели поношенными. Каждый наряд из новой коллекции уникален. Мы используем классические, привычные ткани. И палитра тоже классическая и предсказуемая. Если тренч, то бежевый. Если модель одежды в стиле милитари, то темно-зеленая. И все же в коллекции есть яркие цвета. Розовый, голубой, желтый. Они добавляют современную нотку. Главный аксессуар коллекции — серьги и необычные прически. Привет, меня зовут Бронт, и мы на неделе моды в Милане за кулисами показа Ацуши Накашима. Сегодня я выйду на подиум дважды. Сначала в длинной белой рубашке, шортах и жилете, а затем в черной юбке и черной рубашке с яркими цветными блоками. Мне особенно нравится эта деталь из денима. Застежка молнии по всей длине отлично выглядит. Интересный декор, макияж необычный, дизайнер использовал глянцевое, немного липкое средство. Мне нравится контраст текстур. Прическа тоже интересная, оригинальная.
Меня зовут Линеа. Привет зрителям телеканала Old Fashion. Я выйду на подиум в наряде из тонкой джинсовой ткани. Материал немного жесткий, но все равно приятный на ощупь. Наряд мне очень нравится, красивый и при этом удобный. Восхищаюсь работой стилиста и визажиста. В верхней части лица преобладает глянцевая текстура, снизу матовая. Интересная находка, никогда ничего подобного не видела. Всем привет, я Эвелин Регли из Бразилии. Целую всех зрителей телеканала Old Fashion. Мы находимся за кулисами показа «Отсуши Накашима», и с нами знаменитая итальянская певица Ариза. Спасибо. В чем ты сегодня? На мне стильный наряд «Отсуши Накашима». Я не застегиваю юбку снизу, так задумано. Иначе я не смогу в ней ходить. Это специальная узкая модель. Что тебе особенно нравится в стиле «Отсуши Накашима»? Мне нравится, что дизайнер создает роскошные и при этом удобные наряды. Они уместно смотрятся и в повседневной жизни, и на особых мероприятиях, смотря какие аксессуары подобрать. Используя базовые ткани, дизайнер создает изысканную одежду, в которой комфортно. Мне близок его сдержанный и лаконичный стиль. Привет зрителям телеканала Old Fashion, я Джили. Наслаждайтесь неделей моды. Мне понравилась палитра коллекции. Дизайнер предлагает нам одеваться в следующем сезоне ярко. Мне понравились застежки-молнии. Думаю, эти интересные наряды в спортивном стиле придутся по вкусу активным работающим женщинам, которым важно, чтобы повседневная одежда была удобной. В общем, коллекция словно создана специально для меня. Запомнились яркие костюмы, розовый и желтый. Люблю сочные оттенки. Думаю, это то, что нужно летом.